распаковочка такая вот фонаря, такого фонаря Эра. Работает он от трех батареек 3А. Сейчас быстренько заряжу его. Значит, 25 часов время работы. Это в самом мощном режиме. Да, такой легенький он. Здесь никакой нету мягкой подкладочки, но это можно самому, в принципе, сделать. Так, как он открывается? Ага. Открывается он не очень просто. Так, друзья, ставим три батареечки. Защелкиваем его. Так, и сейчас я выключу свет и попробую осветить им. Так, что у нас показывает камера? Показывает темноту. Так, вот я его включаю. Не знаю, ребят, там на камеру видно что-нибудь? Не видно. Так, ну вот. Такое вот у него освещение, ребята. Вот я выключил, тут с окна чуть-чуть свет есть. Это строп выключен. Это самое маленькое освещение. Строп. Самый яркий. Вот такой. Чуть поменьше. И стробоскоп. Вот. И сейчас еще освещение. Вообще, ребят, реально прикольно светит он. Стоит сущие копейки. Рекомендую. Все, ребят, всем пока.